Здравствуйте! Готовим всей семьей. Я поделюсь секретом малосольных огурцов за полчаса. Такие огурцы можно готовить круглый год, даже за полчаса до Нового года. Огурцы мы нарезали крупно, нарезали головку чеснока мелко и также нарезали петрушку и укроп. Сейчас мы это все поместим в пакет. Перемешаем. Вот таким образом мы перемешали. Присолили по вкусу. Соляночкой взяли. Можем еще добавить немножко лаврушки для запаха и вкуса. Опять перемешали. То, что мы перемешали, поместили в холодильник. И через полчаса у вас очень вкусные малосольные огурцы. Приятного аппетита! С вами готовит вся семья.